Тут уже все, выбирай, не выбирай, блядь. Че, будешь голосовать, нет? Конечно, блин, голосую за этот дом. Я не буду голосовать. Вернее, не хотел бы. Голосовал. Ну, заставили. Так, сразу. Сергей, не забывай, там еще есть у нас другая часть. Я всегда падаю здесь, и, блин, получается две улучшаю. Одну нормально не могу улучшить. Сейчас, погоди, приду. Как раз опять с этой стороны, блин. А там у нас зомби. Где напали? У тебя? Да. Да как они напали? Что они сломали? Я понять не могу. Меня тут этот, блин, с чехлом стоит. Блин, надо как-то неудобно на Т, когда эти. Разрушили две и поставила. Так, ну сейчас тут залутаю болтиков. Ты можешь у меня там сходить залутать болтиков. Там еще где-то у меня один стоит. За забором. Я тебя поставила тут где-то. Я вот здесь вот хочу наставить этих. Потому что она одна без этих получается. Нифига, аптек полная куча. Ты видел оружие? Это одно. Где? Оружие легендарное. О, сюда. И палку дали. Ага, а мне, блядь, пику дали. Превосходную. Там один забаганулся, чё его? А вон он идет. Ну пусть пока идет. Потихоньку идет. О, а тут еще, смотри,
Вот откуда они, ты здесь не закрыл, вот, вот, видел? Нет, там вроде ни разу при мне не проходили. Все, это последнее. Ты вот эти щели оставляешь, нельзя так оставлять. Блять, арбалет использовал. У меня было такое. Кто хорошо стреляет? Винтовка, прям урон наносит вообще. Вот я вот так тыкаю. Я вообще сама в шоке, я в шоке. Хотя бы тыкну в кого-нибудь, что-нибудь. О, у меня здоровенный идет. У меня пузырь. Тут пипец у меня. Прорвался один! Я тут вообще вся жесткая. Иммунитет. Хорошо. У меня тут вообще война, блин, вот. Легендарно нашел. Нас тут прорвали оборону. Где? Да? Да. Иммунитет. Да к чему иммунитета нету? Мне помощь нужна. Я вообще в шоке сейчас. Что у меня творят, ты там, бля, мне тяжело. У меня тут огнем плышет, блин, я умираю. Нет, все, живу. Вот, давай, 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 сюда, сюда. О, я жива. Не знаю, долго это вообще. Прикольно, что он сам собирает все эти. Сука, иммунитет у всех. Ой, я сейчас помру.
Вообще жесть. Да почему переключается-то? Блять, у меня тут нормально все. Блин, я схватила. Ё-моё, я умираю. Я умираю. И он еще пришел, замечательно. Там один... происходит вообще мне с этими толстяками, это ужас. Один водой стреляет, один, блядь, этот электричеством. И вообще, я просто пипец. Вообще просто. Бля. Сестры, помоги мне. Что, у меня вот толстяк тоже здесь. У меня там три, блядь, толстяка. Одного убила. Все, сейчас иду. Просто... Давай я вот этого убью. Нет, вот этого убью. Ё-моё. Я эти ставлю здесь. Блядь, со всех сторон. Да. Так, ну с этой стороны пока не идут, с южной. Так, я сейчас пока создам патронов. Все, не надо мне. Отлично. Пока добежала. У меня... Есть, он готов. Бля, там опять жирно, он идет сюда. Где он? У меня он. О, у тебя этот идет, здоровяк. Бля, там идут под эти. Ой.
А, здесь оборону прорвали. Ой, пока я постекло тут, вообще тяжко. Надо быстренько лутаться, Виктория. Лутаться и заколачивать двери, блядь. У меня нету, две поставила и все, блин. Вот здесь надо дырку какая-то. Да, сейчас я соберу эти. Тут здесь вообще ничего нету. Там сам сдохну, да? Ага, иду к тебе, иду к тебе. Там к двери, вон там, с той стороны серый. А, не, они потихоньку идут. Опять толстяки. На убежище напали с той стороны, где ты была. Блин. Вообще жуть просто. Жуть. Оружия нормального нету, и тут вообще просто. Пробили зону, мать моя, женщина серый. Где? О, ура. О, у нас тут этот. Да, я одного убила, которого, блин. Это пятая, что ли, волна? Да. Я успею быстренько создать патроны на дробаш? Ты сейчас помрешь, и я опять бежать буду. Все, создал. Мать моя! О-хо-хо, ни хрена, Виктория, закрыли наконец-то. Давай быстрее, там все. Сюда. Наконец-то. Вы выжили, пережито волн 5. Счет 9700. Это много или мало? О, у меня открыто новое оружие. Шлепка. Шлепка? Открыто новое оружие, тоже шлепка. Вы разблокировали новое оружие, доступно как истребителям, так и рысям. Основная игра, оружие можно получить у торговца, другие в отеле Стерлинг. Защита района, оружия есть в торговом автомате в убежище.
список декана, открыт таланта бездвижка. Эта петарда нашпигована подшипниками, которые превращают в мясо конечности слабых зомби, начиная с ног. Убежать от зомби проще всего, когда зомби нечем бегать. Ну, блин, мы не прокачанные, получается.